Медицинские работники городского округа Люберцы приняли поздравления с профессиональным праздником. В зале картинной галереи состоялось торжественное собрание, где чествовали врачей и медсестер. Наш корреспондент побывал на мероприятии. Сегодня они не в белых халатах и на время отложили свои заботы. В адрес людей, которые стоят на страже здоровья, часто поступают слова благодарности. И День медицинского работника – еще один повод сказать спасибо за нелегкий труд и порой бессонные ночи. Ваша работа бесценна, так же, как и жизнь и здоровье людей, которым ежедневно вы дарите возможность смотреть на новый день. Я желаю вам здоровья, успехов и мира. Спасибо вам за ваш труд. Я могу сказать искренне всем спасибо, благодарность, говорят, и низкий поклон всем вам за ту работу, которую вы делаете. Я вам скажу, особенно 2020-2021 год, пандемия показала, что оказывается без врачей и прожить-то нельзя. Ваша работа, она благородная, она необходимая, она крайне важна. 5 сотрудников учреждений здравоохранения получили жилищные сертификаты на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Врачей и медсестер городского округа Люберцы наградили знаками отличия, а также почетными грамотами и благодарственными письмами различных уровней. Очень хороший концерт, вообще так все хорошо организовано, мы очень рады. Спасибо огромное и всех своих коллег хотелось бы поздравить с этим праздником замечательным. На самом деле вот прям эмоции переполняют. В городском округе Люберцы 11 учреждений здравоохранения, в которых трудится 3750 медиков. Среди них есть заслуженные врачи Российской Федерации, заслуженные работники здравоохранения Московской области. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.